вдохновение и есть своя отвага, свое бесстрашие, даже удальство. И без этого поэзия, бумага и мастерство тончайшее мертво. Но если ты у боевого стяга поэзии увидишь существо, которому к лицу не плащ и не шпага, а шарф и веер более всего, то существо, чье мужество и сила так слиты с добротой простой и милой, а доброта, как солнце греет свет, такой встречей можешь ты гордиться и перед тем, как навсегда проститься, ей посвяти последний свой сонет.